Приветствую всех! Сегодня видео у нас розыгрыш приза «Елочка ручной работы со сладким сюрпризом внутри» от мастерицы Леси Корчевской. Условия участия лотереи я выставляла у себя в группах на Фейсбуке и в Одноклассниках. Приняла участие в лотерее всего 7 человек, и мы между этими 7 людьми участниками будем разыгрывать эту елочку-красавицу. Вот так вот она выглядит. Довольно-таки хорошенькая, высокая, крепкая. Очень красиво сделана, очень тонкая, красивая работа. Вот она такая красотка. Так, тиражная комиссия у нас, как обычно, генератор случайных чисел. Было всего в лотерее 80 билетиков по 10 гривен. И я перехожу на сайт генератора случайных чисел. Выбираю диапазон от 1 до 80 включительно. И нажимаю «Сгенерировать числа». И у нас выпадает число 66. Давайте посмотрим, кто стал счастливчиком, обладателем этого билета. Смотрим. Ирина Бабаева выкупила билетики номера 55-80. Ириночка, поздравляю вас с победой, с таким выигрышем замечательным. Желаю вам всего наилучшего. Это, естественно, крепкого здоровья, счастья семейного, благополучия, любви крепкой, большой и взаимной. Пусть все у вас в жизни складывается удачно, успешно, все хорошо. Спасибо большое всем за участие в лотерее. Спасибо вам за поддержку. И спасибо всем, кто не участвовал, просто поддержали, кто словом, кто делом, кто материально, кто как мог. Спасибо всем и хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, с наступающими зимними праздниками. Крепкого здоровья всем желаю, счастья, благополучия, удачи вам и успеха во всех делах. Пусть мечты сбываются, хорошо вам провести эти зимние праздники, новогодние праздники. Пусть радость и веселье царит в эти дни. Я думаю, что скоро запустится еще одна лотерея. Возможно, сразу после праздника Нового года, где каждый из вас может принять участие в благотворительной лотерее. Ссылочки на группы мои в Одноклассниках и Фейсбуке я оставлю под видео внизу в описании. Можете переходить, ознакомливаться с информацией, вступать в группы, делиться информацией, изучать, также принимать участие в благотворительных лотереях. Все, дорогие мои, всем спасибо, всех люблю, целую, до новых встреч, пока-пока!